и будем нести свой духовный крест до конца. Сколько бы Господь нам не определил в этой жизни, а наш крест, какой бы ни был он тяжелый, мы должны без ропота нести, взирая на Христа Спасителя, который до конца донес свой крест на Голгофу. Так и мы с вами будем нести свой жизненный крест и благодарить Господа за Его великую любовь, за Его великую милость к нам грешным. Аминь. С праздником всех вас! Величай!